Добрый день, друзья. Мы группа Satisfaxa. Хотим немножко рассказать, что у нас происходит на данный момент. Нового и интересного. Да, нового интересного в группе. Много вопросов поступает, почему нет сейчас каких-то концертов, где мы пропали вообще, окопались и чем мы занимаемся. На самом деле мы тут не расслабляемся, а у нас много планов после съемки клипа, который уже так хорошо пошел. Мы собрались сделать новый альбом, новую программу, но делать его будем немножко интересным образом. Дело в том, что мы еще конкретно не определились со стилем, в котором будем его играть, потому что у нас мнения как бы разделились, и мы немножко плаваем из стороны в сторону по поводу, как это все должно звучать, какой звук будет, какие инструменты подключать. Вот. Поэтому есть много интересных идей. Вот первую песню мы уже начали делать. Вот. И есть варианты, много песен будут написаны, и какие-то песни, возможно, старые, тоже войдут в альбом, но с новым звуком. Такие как песня как «Дождь», «11». Вполне вероятно, что войдут в новый альбом, только переделанные под новый звук. Также, в принципе, мы еще думаем о том, как мы будем представлять эту программу. Сейчас задумка такая, что, скорее всего, мы, наверное, выберем некоторое количество людей, около 20 человек, будем делать песню и показывать эту песню людям, и собирать их мнение. Так что цель этой затеи – как бы сделать альбом, который состоит из полностью хитовых вещей, чтобы не было, так скажем, песен, которые проигрывают. И в идеале, конечно, может быть, на каждую будем пытаться снять клип. Либо, может быть, мы будем выкладывать эти песни ВКонтакте или на нашем сайте, но не целиком, а, скажем, частью, чтобы они как бы не пошли в мир, и дальше собирать, опять же, мнение людей и делать альбом, исходя уже из этих пожеланий. По поводу альбома дополнить, что действительно это будет интересно, потому что мы, как всегда, экспериментируем со звуком, мы экспериментируем, как Ваня уже сказал, со стилем, то есть в любом случае это будет очередной какой-то новый сюрприз. Ну и про концерты мы тоже не будем забывать, я всегда за это руками и ногами, то есть концерты будут много концертов, новых, интересных, и может быть тоже в каких-то необычных для нас местах, да, для нашей группы. Вот, концерты будут. Мы хотим привлечь как можно больше людей к нашему творчеству. В частности, мы думаем о том, чтобы если кто-то владеет какими-то навыками там, в дизайне, там, в фотографии, там, в видеомонтаже или еще где-то, мы с распростертыми объятиями ждем вас. Вот, и готовы, собственно, к совместному творчеству. Поэтому тащите свои фотоаппараты, свои ручки и перья. Будем писать, рисовать, делать. Sure.